Бывшего единоросса Андрея Волкова обвиняют в хищении 43 миллионов рублей. В отношении депутата АКЗС завершено расследование уголовного дела. В ближайшее время Волков предстанет перед судом. Накануне в сети появилось видео, на котором в квартире чиновника проходит обыск. По данным следствия, с 2012 по 2016 год Андрей Волков, являясь учредителем управляющей компании «Прогресс Плюс», вместе с директором присваивал деньги жильцов многоквартирных домов, которые, кстати, перечислялись в счет оплаты услуг ЖКХ. По подложным документам деньги переводились на счета подконтрольных обществу аффилированных компаний, после чего обналичивались. За 3,5 года директором и учредителем управляющей компании было похищено более 43 миллионов рублей. При этом уточняется, что распределением денег занимался именно Андрей Волков. Директор управляющей компании признала свою вину. Ей назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Также суд удовлетворил требования ресурсоснабжающих организаций на возмещение ущерба. А вот депутат АКЗС виновным себя не считает. Кстати, в 2012 году на него уже заводили уголовное дело. Тогда подрядчики через суд пытались взыскать с депутата около 3 миллионов рублей.